Теперь Наталья Чернова – молодой предприниматель. Документы оформлены, оборудование закуплено, помещение выбрано. Совсем скоро осуществится ее заветная мечта. Она запускает бизнес по производству мягкого итальянского мороженого. Решиться было непросто, говорит Наталья. Сотрудники офиса «Мой бизнес» расставили точки над «и». Сотрудники офиса помогли мне составить заявление об открытии ИП. Начальник центра Ольга Николаевна подсказала мне, как правильно выбрать ЭКВЭДы, какую систему налогообложения выбрать. Рассказала, какие меры поддержки для предпринимательства есть, сейчас существуют. Это, конечно, очень ценно, очень полезно и очень нужно для молодых предпринимателей, таких как мы. Не ошибиться в самом начале очень важно. В Одинцовском офисе МФЦ «Мой бизнес» можно получить специализированную помощь по ведению малого и среднего бизнеса. Начинающим предпринимателям такая информационная поддержка крайне необходима. Для начинающих, безусловно, это льготные кредиты на «начни свое дело» по ставке от 2% в зависимости от того, какой вид деятельности вы ведете. Значит, без залога до 500 тысяч рублей, до 1 000 000 рублей, это если вы предоставите залог. Значит, это для начинающих. Мы также помогаем подобрать вид АКВЭД, мы помогаем открыть свое индивидуальное предприятие, разобраться с налоговой системой, разобраться, то, какой вид налога вам будет выгоден на сегодняшний момент. Тем, у кого бизнес уже отлажен, сотрудники подскажут, как можно его развить. Мы предлагаем им, помимо кредитования, это субсидирование покупки оборудования, например. Да? То есть 50% возмещается затрат на покупку оборудования до 10 миллионов рублей на каждую производственную компанию. Для производственных компаний также есть возможность сделать бизнес-план, также есть возможность сделать маркетинговые исследования. Это все оплачивает правительство Московской области. Консультации проводятся бесплатно. Никаких специальных документов не требуется. Нужно только прийти в Одинцовский МФЦ. С 9 до 6 сотрудники готовы ответить на все вопросы, чтобы ваша мечта стала реальным, прибыльным бизнесом. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».